Вот как луна хорошо видна. Марс, к сожалению, все за облаками. Но луна попала в прореху. У нас есть несколько секунд, чтобы ее снять. 17 апреля 2021 год, Харьков. Вот Марс. Вот это он. Идея в том, чтобы удержать Марс в поле зрения и увидеть Луну. Вот она. Вот, наверное, это несколько секунд, когда можно видеть и Марс, и Луну в кадре. Все, закрыло все облаками. Повезло. Четвертый дубль все-таки зафиксировал я. Практически на безоблачном небе на несколько секунд появились. И Луна, и Марс. Так, хорошо. 20:35 по Киеву, в Харькове. 17 апреля 2021 год.